Уважаемые дамы и господа, большое спасибо за то, что вы откликнулись на наш призыв поучаствовать в этом пилотном проекте, посвященном изучению основ коммерциализации технологий, который мы устраиваем на довольно-таки протяженное время. Мы понимаем, что у вас впереди сессия, а может, уже начались какие-то зачеты. И поэтому мы постарались, с одной стороны, в наш курс включить как можно больше элементов, которые нужны при необходимы при коммерциализации своих результатов исследований и разработок. И в то же время постарались учесть вашу занятость. Может быть, выглядит достаточно необычно такая ситуация, когда мы объявили занятия в дистанционном режиме, и вдруг вот на тебе мы приглашаем людей и еще проводим трансляцию для слушателей каких-то непонятных. Но это и есть та самая система дистанционного обучения или методика преподавания, изучения предметов в режиме дистанционного обучения, которую мы предлагаем. В нашей работе есть элементы, когда мы можем отдать что-то на откуп компьютеру, когда вы можете изучить материалы, компьютер может вас проверить, вы можете пройти тестирование в автоматическом режиме, а постоянно вы находитесь под контролем вашего изучения и прохождения материала целой команды специалистов. Здесь всего лишь небольшая часть специалистов, которые обслуживают этот весь процесс. Этот процесс на самом деле он непростой, он сложный, дорогостоящий и очень комплексный. Но сегодня с развитием компьютерных технологий и информационно-вычислительных сетей было бы, конечно, неправильно не воспользоваться возможностью просто взять и включить процесс обучения, вот так называемый режим дистанционного обучения. Мы предлагаем классический режим, в котором будем проводить занятия, так называемый режим смешанного обучения. Ну и позвольте начать теперь перейти к делу. Этот тренинг, будем называть его так, организовал Центр национального интеллектуального резерва МГУ. Я, Коротков Михаил Геннадьевич, руководитель отдела по Центру национального интеллектуального резерва по работе с молодежью. И вот в рамках программы нашего отдела вот то такое мероприятие мы сейчас проводим. Вот я вижу своих коллег, которые участвуют уже во втором мероприятии. Они очень успешно участвовали, и даже один из них занял призовое место на симпозиуме и на школе одновременно. Это был симпозиум по ядерной электронике и школе по компьютингу для молодых ученых. И я очень рад вас видеть, что вы здесь сегодня. Мы продолжаем взаимодействовать. Надеюсь, что будет полезным тот материал, который мы собираемся вам дать. Но я хочу несколько слов сказать о том, что же это такое. Вы знаете, на самом деле, то, что мы собираемся дать в качестве пилотного проекта, уже, по крайней мере, десяткам лет отработано. И основная цель этих занятий – ни в коем случае мы не ставим целью переделать ученого в бизнесмена. Если вам понравится, если вам что-то нравится, ну, пожалуйста. Но мы можем дать лишь тот ликбез, который необходим в современных условиях, который не всегда дается на факультетах специальных, технических специальностей университетов. Возможно, и дается сегодня, но вот, как правило, существует спрос на то, что такое бизнес-планирование, а что такое управление проектами, а что такое интеллектуальная собственность, и как ее охранять, какие способы есть, а как защищать, как с этим работать, для чего это нужно. А для того, что сегодня появилась другая возможность получения средств на проведение исследований. И эти средства, они уже во многом приходят от частных компаний, от корпораций, грантовых систем, лоты. Знаете, деньги становятся сегодня возвратными. И для того, чтобы показать, что тем или иным способом деньги будут возвращены, и нужно изучать вот такие
этот язык, на котором говорит инвестор, бизнесмен, банкир, когда можно идти в банк, когда надо идти в венчурный фонд и так далее, и так далее. Короче говоря, это некая добавочка к тому профессиональному образованию, которое вы получаете. Но ни в коем случае это не та информация, которая позволит вам выйти отсюда с дипломом и сказать, что я вот мастер бизнес-администрирования, я могу все и так далее. Ну, можно, конечно, сказать все, что угодно, но тем не менее, вот я сказал границы, и эти границы еще более точно опишет наш преподаватель, опытный инструктор Сергей Яковлевич Бабаскин, который является преподавателем МГУ и преподавателем Российской академии народного хозяйства и госуправления при президенте Российской Федерации. Теперь я хотел бы сказать несколько слов тем людям, которые сегодня нас смотрят при помощи интернет-вещания, которое мы организовали. И хотел бы сказать, что они являются полноценными участниками нашей сегодняшней программы. Они могут нас не только видеть, слышать, но и задать вопросы свои. Вот небольшая такая техническая тонкость. Во-первых, каждому слушателю несколько минут назад была разослана инструкция, как войти в чат, как можно будет задать вопрос и как поучаствовать интерактивно в данном сегодняшнем мероприятии. Но на всякий случай я хочу сказать так, что для планшетных компьютеров, к сожалению, не получилось у нас сейчас отладить режим чата и увидеть его. А вот с любого компьютера, будь то операционная система Windows, MacOS, она все работает прекрасно. Выглядит это так. Вы входите в вещание, вы видите внизу лифт-чат, туда нажимаете, лифт-стрим, туда нажимаете, появляется строка «чат», задаете вопрос, появляется табличка первый раз после первого вопроса, зарегистрируйтесь, вы пишете свой e-mail, enter и все. И ваш вопрос будет виден нам. Ну, а сейчас все такие вводные слова сказаны. Я не хотел бы больше распространяться. Все координаты наши вы знаете. Анастасия Стремилуха, она координатор со стороны Центра национального интеллектуального резерва. Вы можете задать вопросы ей, мне, по почте, как угодно. Ну, а сейчас, Сергей Яковлевич, слово вам. Я проскочил пункт, который должен был бы сказать представитель компании «Новое время» с инструктажом. Мы решили, что вот время мы терять не будем. Добрый день. Ну, во-первых, представлюсь. Меня вроде представили уже. Бабаскин Сергей Яковлевич. Ну-ка, вот не надо меня преподавателем называть. Все-таки я преподаватель плохой. Я, конечно, консультант. Я лекции не очень все-таки хорошо читаю, хотя давно это делаю. Я больше отвечаю на вопросы, учу что-то делать ручками. Но худо-бедные лекции могу читать, да? Так вот, Что я сегодня хотел рассказать вам, вернее, меня просили, о чем вам рассказать. Что это такое? Задача вообще достаточно сложная, понимаете? Вот процесс коммерциализации очень сложный процесс, состоящий из разных этапов. Там я хочу дать вам картину сверху. Хочу показать, что это за процесс и какое место вы там можете занять. Поскольку среди вас люди разных профессий, скажем так, я смотрел по списку, есть и экономисты, есть физики, инженеры, коллеги мои, есть бауманцы вроде были, я МВТУ кончил, потом учился на мехмате и только потом в магистратуре экономического факультета. То есть вот обладаю тем набором знаний, который нужен для того, чтобы заниматься коммерциализацией. И вот я хочу вам дать картину сверху.
чтобы вы посмотрели и поняли, а что я от этого могу взять. Вступительные слова такие. Давайте вот определение. Разберемся с определением. Что такое коммерциализация? Знакомое слово, да? Вот разработчики и ученые понимают этот термин вот так. Экономически эффективная реализация новой разработки. Это так разработчики понимают. В экономике, в бизнесе немножко другое понятие. Коммерциализация – это зарабатывание больших денег уже на существующем товаре. А этот термин, это определение подразумевает, что у меня есть некие знания, да, некая разработка, и я на ней заработаю деньги. Очень длинная цепочка. Ну, я буду придерживаться вот этого понимания, потому что оно у нас в России укрепилось. Теперь, есть еще такой термин. Есть такое понятие, как наука. Вот очень часто путают инновации, коммерциализации, ученый, изобретатель. Вот это все одно и то же или нет? Нужно четко понять, что научная деятельность и деятельность по коммерциализации, деятельность по инновации – это абсолютно разные виды деятельности. Вот в чем разница. Наука – это научные исследования, это преобразование денег в знания. Всегда, когда вы занимаетесь наукой, вы должны понимать, что вы удовлетворяете собственное любопытство за чужой счет. Это классическое определение ученого. Не нами, кстати, данное, французы так давно уже говорят. И это правда. Нелюбопытным ученый быть не может. Да? Ему дают деньги, государство, бизнес для решения какой-то задачи. Он решает эту задачу. А вот инновация – это строго наоборот. Это вы берете знания, и эти знания переводите в деньги, в свои. И вот тут я вам хочу сказать одну вещь, на мой взгляд, интересную. Можно по-разному относиться к положению в нашей стране, да? Не будем на эту тему распространяться. Я хочу вам сказать одну вещь, палочку-выручалочку. Познакомить вас с вашей индивидуальной палочкой-выручалочкой. Вот с моей точки зрения, вот для вас, для специалистов, у которых есть специальность, есть идеи, у вас шикарный способ улучшить свое личное благосостояние. И этот путь называется инновации, коммерциализации. То есть вы свои знания можете коммерциализировать, вы на них можете заработать. Но для этого нужно пахать, для этого нужно очень серьезно работать. Потому что путь от знаний к деньгам очень далек и очень труден. Но зато это делаете вы сами. Тут от вас очень многое зависит. Не кто-то вас за ручку ведет, а вы сами это делаете. Один из первейших принципов инноваций, вот вы это должны усвоить намертво, если хотите заниматься этим делом. Инновациями от сытой жизни не занимаются. Инновациями нельзя заниматься, как нельзя к инновациям как к хобби относиться. Вот у меня есть свободное время, я там поиграю, что-то поделаю, может, что коммерциализую там, бизнес какой сделаю. Нет. Если вы захотите преобразовать знания в деньги, вам придется работать. И работать придется серьезно. По опросам предприниматели российские, более-менее успешные, работают по 11 часов в день. Это уже не хобби. Но это так, это немножко холодной воды, чтобы вы чуть остыли. Теперь, для того, чтобы заниматься инновациями, коммерциализацией. Кстати, вот я произношу коммерциализация, инновация, разница есть какая-нибудь? Да по сути, инновация – это такое родовое понятие, которое в себя и коммерциализацию может включать. Так что, когда я буду говорить инновации и коммерциализации, это коммерциализация – частный случай инновации, которая от научных знаний пошла. Инновация может быть в организационной сфере, в сфере маркетинга, где угодно. Вон, сетевые магазины, когда их впервые создали, это инновация была, да?
Научные знания там были какие? Там были управленческие знания, да, действительно. И люди заработали. Еще одно замечание по поводу знаний. Современный мир устроен так, что, как показывает анализ успешных инноваций, эти успешные инновации создаются так называемым сетевым методом. То есть, когда кто-то выкатил инновацию на рынок и заработал денег, если попытаться найти первоисточники, а кто первый придумал, то все пятое, десятое, концов не найдешь. Они уходят куда-то, ну, не в глубину веков, но десятилетий точно. И человек, который сделал первый шаг в этом направлении, часто до рынка не доходит. Это тоже нужно иметь. Ну ладно, тем не менее, если вы хотите представить себе, что такое инновация, что такое коммерциализация, вы должны четко понимать, что такое бизнес, как он устроен. Потому что все равно через бизнес будет реализовываться. Вот давайте посмотрим на общую схемку бизнеса. Во-первых, как только вы произносите слово «бизнес», «хочу бизнес создать», «будем создавать бизнес», должны четко понимать, что любой бизнес реализуется только в бизнес-среде. Вот в Советском Союзе вы не могли бы реализовать бизнес, потому что там не было бизнес-среды. У нас сейчас худо-бедно что-то есть, да? Хорошая, плохая, вопрос другой. Это не нравится вам среда, бизнес-среда, хотите изменить это в политику. Хотите деньги заработать в существующей среде, это вот инновации, коммерциализации, бизнес. Это вот совершенно чёрт. Значит, среду вы должны принимать такой, какая она есть. Для чего это нужно? А для того, чтобы вы четко понимали все свои затраты, которые вы понесете. Реально нужно, вам придется реально оценивать затраты на то, что есть в этой, может быть, не очень совершенной среде. Итак, среду обязательно нужно знать. Среда может запрещать некоторые виды бизнеса. В явном, в неявном виде, так что, может, в этой среде вы не сможете реализовать какой-то бизнес, нет инфраструктуры. Ну, там, у ивенков в чумах электроэнергии нет, и как-то им эти айпады, айфоны, ну, наверное, не столь актуально, как у нас, да? Итак, дальше что? С чего начинается бизнес? Бизнес начинается с предпринимателя и идеи. Вот эта парочка генерирует, инициирует создание бизнеса, да? Причем, чтобы бизнес состоялся, обязательно должен быть предприниматель толковый и обязательно должна быть толковая идея. Дальше что? Как правило, предпринимателю нужны партнеры. Это практика бизнеса. Дальше что ему нужно? Ему нужны деньги. И вот эта компания, она создает некий бизнес, некий имущественный комплекс, основные средства. Вот к имущественному комплексу нужно относиться всегда, если вы говорите о бизнесе, нужно относиться как к печатному станку, который деньги печатает в какой-то там форме непонятной. Вот свечной заводик в Самаре, помните, отец Федор мечтал, да? Это станок, который печатает деньги в виде свечей. Вот. Вот вы должны этот станок сделать. Теперь, чтобы станок работал, что должно быть? Я на вход должен подавать ресурсы. Какие ресурсы? Люди, сырье, материалы, комплектующие, энергия, инфраструктура, информация, интеллектуальная собственность. Куча ресурсов разного вида. Теперь за каждый ресурс я должен платить. Вот красные стрелки – это денежные потоки здесь у нас. Да? Значит, я должен платить за ресурс. Дальше. Для того, чтобы создать этот бизнес, поддерживать его, мой станок этот, мне нужны партнеры различные. Они мне что-то дают, я с ними расплачиваюсь. В результате всего этого я делаю некий товар и довожу ее до покупателя. Довожу товар через некую систему сбыта.
обязательно нужно учитывать вот в своем бизнесе, нужно понимать, что редко когда вы продаете сразу прямому покупателю. Идет через систему сбыта. Зачем это нужно знать? А затем, что возвратный денежный поток от покупателя, он сначала попадает в систему сбыта, она там себе оставляет значительную часть за услугу, которую вам оказала. Остаток к вам доходит. Из этого остатка вы должны расплатиться с бизнес-средой все виды выплат. Налоговые, лицензионные, много других, про которые говорят по телевизорам, да, в судебных хрониках, да. Но это реалия нашей бизнес-среды. Это нужно выплачивать. И, наконец, остаток вот к этим инициаторам приходит. Вот так примерно устроен бизнес. Вот основные элементы бизнеса я вам показал. Теперь что интересно. Вот когда вы будете задумываться о коммерциализации своей идеи, вы должны понимать следующее, что вы можете оказаться в любом элементе этого бизнеса. Вы, может, придумаете систему сбыта какую-то. Вот когда ребята придумали продажу по интернету, да? Обратите внимание, они никакого нового товара не придумали, они придумали новую услугу. Разработали систему и предложили ее производителям, да? За что получают свою долю от продажи товара. Можете здесь оказаться. Ваша интеллектуальная собственность, как ресурс, может понадобиться какой-то другой компании. Чужая компания, возможно, купит ту разработку, тот новый технологический процесс, который вы придумали. Самим вам не надо создавать этот имущественный комплекс. Может быть, вы создадите какую-то фирму, которая будет комплектующие делать такие, которые нужны будут большим, крупным фирмам. То есть вы можете оказаться в любой точке этой схемы. Можете оказаться в этом имущественном комплексе, скажем, усовершенствование бизнес-процессов. Усовершенствовали какой-то существующий бизнес-процесс. Это тоже инновация. То есть вот для этого я показал вам эту схемку, чтобы вы немножко представляли. Теперь известная картинка, ее во всех книжках по инновациям показывают. С очень, скажем, интересной философией картинка. Это вот жизненный цикл инновации. Вот явно можно выделить три этапа. Вот обратите внимание, вот здесь этап коммерциализации написан, да? Вот в классическом смысле коммерциализация – это зарабатывание больших денег. Первые два этапа – это формирование идеи и разработка товара. Да? Вот чаще всего наши российские предприниматели, они топчутся, конечно, вот на первом этапе – формирование идеи. То есть у меня есть какая-то разработка, результаты научных исследований, там что-то я в диссертации написал интересненько. Вот как бы на этом заработать? Вот очень трудный этап, очень трудный этап. Я сейчас подробно об этом говорить не буду, потому что об этом можно долго говорить. Очень трудный этап – это сформировать из вашей научной идеи бизнес-идею. Это две большие разницы. Ваша научная идея и бизнес-идея – это как небо и земля. А когда мы говорим про бизнес, я говорю, идея в бизнесе, автоматически подразумевается, что это бизнес-идея. Чем научная идея отличается от бизнес-идеи? Научная идея – это я придумал, как что-то сделать, как решить какую-то проблему. А бизнес-идея – я придумал, как заработать на чем-то. Придумал способ заработка. Из одной научной идеи можно сделать несколько бизнес-идей. Ну, самое простое. Вы сделали, какое-нибудь устройство разработали, допустим, для контроля сварных швов. Вы можете делать эти устройства и продавать. Если оно очень сложное, вы можете оказывать услуги другим организациям, допустим, атомщикам, где нужно очень четко контролировать эти швы, оказывать услуги по контролю этих швов. Совершенно разные бизнес-модели, деньги разные, риски разные. Затраты разные. Теперь, вот что
здесь интересное на этой кривой. Вот долина смерти, такая страшная надпись, видите? Что имеется в виду? Что не каждая идея, которая войдет в зону разработки товара, дойдет до точки окупаемости. Основная масса идей бизнеса, она будет похоронена здесь. Говорят, вот это название «Долина смерти» пришло из Америки, естественно. Там есть реальная «Долина смерти», а назвали ее так американские колонисты. Вот когда они заселяли Америку, пришельцы из Европы, да, то вот масса людей входила в эту долину, а пересекали на выходе из той долины, достигали единицы. Она вся усеяна костями павших. Отсутствие воды, безобразное там испарение какие-то, ядовитые насекомые, индейцы. И вот по аналогии с этой долиной назвали долину смерти для инноваций. Вот не всякая инновация прорвется через эту долину. Я вам сейчас арифметику я вам покажу, статистику покажу. Теперь, что еще на этой картинке интересного? Интересны вот источники финансирования. На каждом этапе совершенно разные источники финансирования. Первый этап – идея исследования. Он опирается, скажем так, на бесплатные деньги или на какие-то гранты, на благотворительность. Ну, вообще американцы говорят, основной источник денег на этом этапе – это 3F. Family, friends and fools. Семья, друзья и дураки. Все. Это вот три источника финансирования. И это правда. Потому что деньги, которые вы получаете на этом этапе, вы не возвращаете, и тот, кто дает, понимает, что вы их не вернете. Ему придется с ними распроститься. Банки, никакие банки, ни в каких странах, самых прогрессивных, самых рыночных, на этом этапе денег на это не дают. Вот это задача национальных инновационных систем. Поддерживать инноваторов на этом уровне. У нас в России тоже есть фонды государственные, которые оказывают поддержку на этом уровне. Ну, вы, наверное, знаете эти фонды. Умник, да? Старт программы, фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере. Поищите на сайтах, посмотрите там. На втором этапе, вот чтобы перейти на второй этап, вы должны сделать следующее. Вы должны сделать что-то в металле. Что-то, чтобы вот у вас было, в руках подержать можно, и чтобы оно работало. Для чего? Для того, чтобы предпринимателям, людям из бизнеса вот эту вещь показать. Люди из бизнеса вот слов, отчетов не понимают. Это твои мысли. Ты мне покажи, что ты что-то сделал. Кстати, для него это доказательство, что ты хочешь это сделать. Ты уже делал, ты потратил какие-то свои деньги на то, чтобы это сделать. Значит, ты хочешь туда прийти. Вот мне, кстати, консультанты английские, с которыми мы создавали центры коммерциализации в академических российских вузах, да, не вузах, а институтах в академгородках. Значит, они из Оксфорда были. У них в Оксфорде есть такая компания Oxford Innovation, которая помогает коммерциализировать идеи оксфордских ученых. Так вот, один из первых вопросов, которые они задают ученым, исследователям, которые приходят в этот центр, после того, как тот что-то про идею рассказал, один из первых вопросов такой, ну вот мы создадим фирму, ты будешь принимать участие в работе этой фирмы? И если ответ, да нет, вот знаете, вот тут задача интересная, я вот решу эту задачу, вот а там делайте с ней что хотите. То есть меня это как-то не очень интересует. Все, с ним разговоры кончаются. По одной простой причине, обратите внимание, он не хочет с нами туда прийти в бизнес, он не хочет деньги зарабатывать. Он хочет заниматься наукой. Занимайся наукой. Занимайся наукой. Потому что понимают, без него мы туда дойти не дойдем, мы не сделаем. Менеджеры, там, экономисты, технари без него не сделают.
А он туда не хочет идти. Он хочет кусочек своей работы сделать, написать статью, и все. С ним бизнес вести нельзя, и он не настроен на бизнес. Это тоже надо понимать. Я вам вот говорил, там, ученый, изобретатель, инноватор и прочее. Разница между ними в чем? Ученому нужна наука, ученому нужны статьи, да? Изобретатель, что, патенты получает, ну, оклеит он этими патентами туалет, потом коридор. Если он на этих патентах ни копейки не заработал и не собирается зарабатывать, только хвастается тем, сколько у меня патентов, он изобретатель, но не инноватор. Вот нужно четко понимать, что инноватор – это человек, который умеет зарабатывать на идеях, не обязательно на своих, на чужих. Вот Эдисон, знакомая фамилия, да? Спроси у вас, кто такой Эдисон по профессии, его профессиональный вид деятельности, кто он? Большинство, наверное, скажет изобретатель, а он не изобретатель, он коммерциализатор. Он гениальный коммерциализатор, инноватор, если хотите, потому что большинство идей, которые он довел до товара и заработал деньги, это идеи других людей, которые пока шли вместе с ним, они тоже зарабатывали. Когда они от него уходили, они переставали зарабатывать. Как, например, Никола Тесла. Пока он работал с Эдисоном, у него был источник финансирования надежный. Ушел и все. Ну ладно, это к слову. То есть на второй этап вы можете перейти только тогда, когда свои деньги потратите, что-то сделаете. Предприниматель верит только вот в материальные вещи. Бизнес верит только в это. На третьем этапе уже появляются, конечно, банкиры, акционеры. А вот второй и там, начало, может быть, третьего – это еще и венчурные капиталисты. Подробно я об этом не буду рассказывать. Нам надо сверху картинку увидеть. Сейчас пока я оставлю эту картиночку. И да, единственное, что хочу сказать, чтобы вы понимали, какой длинный путь от идеи до бизнеса. На самом простом примере, который у вас у всех в карманах есть, 100%. У меня нет, опять где-то потерял. А у вас есть авторучка, да? Вот как вы думаете, когда был получен первый патент на авторучку? 1884 год. Был взят первый патент на авторучку, правда, перьевую. А шариковую, на шариковую когда? Через 4 года. 1888 год. Когда появилась первая реальная авторучка, за которую люди деньги заплатили. Аж целых $12. В каком году? В 1943 году. Правда, эти авторучки были такого качества, что через 2 недели за них платили уже несколько центов. А когда появились нормальные авторучки, которые стали массовыми, 1952 год. Вот вам дорожка, да? От идеи, от изобретателя, от патента до инноватора. Услышали? Сейчас маломальски серьезная такая новинка на рынке, инновация, основанная на, скажем, на научных каких-то достижениях, это 10-15 лет работы. Едем дальше. Вот на этой цепочке я вам уже показал, какой длинный путь. Есть такое понятие – кривая смертности идей. Вот смотрите. Вот график, который нам предоставила компания 3M. Знакомая компания. Это компания – один из мировых лидеров в инновациях. Оборот этой компании в 2011 году был что-то около $30 миллиардов. Из этих 30 миллиардов более 30% приходилось на те товары, о которых 5 лет назад руководство фирмы совершенно ничего не знало. То есть на инновационные товары. Больше трети оборота компании составляют инновационные товары. Ну, в каких сферах она работает, вы знаете, это и медицина, и канцелярия, и строительные материалы, и промышленность, многопрофильная компания. И вот
для одного из своих подразделений она дала некую статистику. Там где-то за 4, кажется, года на входе в подразделение было 540 бизнес-идей. 540 бизнес-идей. Не научных уже, а бизнес. Из этих 540, 94 идеи были отобраны как идеи, обладающие более-менее значимым коммерческим потенциалом. То есть с ними можно работать. Под них можно собирать материалы, проводить экономический анализ и так далее. Из 94 идей только 8 дошли до опытных образцов. То есть из них были сделаны товары, которые стали подвергаться испытаниям, в том числе и рыночным. И только одна бизнес-идея дошла до рынка. Вот это такие показатели по одному из подразделений. Не хотел вас пугать, у меня были данные про компанию Lionel, это европейская химическая компания крупная. Так вот, мне попался как-то в интернете ее отчет, по-моему, за 97-й год. Так там было на входе, знаете, сколько идей у них за год было? Как у них было написано там 3000 raw ideas, сырых идей. 3000 идей на входе в организацию было, а на выходе один успех. И живут великолепно, нормально. Это тоже подразделение живет великолепно. Теперь другая кривая, не менее страшная. Это вам страшной показалось. А другая компания, которая очень должна чистить мозги разработчикам, на место мозги ставить, пояснять, кто главный в бизнесе. К сожалению, это так. Многим это не нравится, но это так. Смотрите, рубль, доллар, потраченный вами на этапе научно-исследовательской работы, вытащит у вас из кармана, потребует десятки на этапе опытно-конструкторской работы, то есть когда вы будете создавать железо, макет, прототип, и вытащить сотню при запуске промышленного производства. То есть вот когда говорят, что научный труд – это самое дорогостоящее, самое дорогое, вот имейте в виду, вклад ученого – рубль, инженера – десятка, а вот строителей, технологов и прочих – сотня. Общая цена – 111, да? И только единичка от науки. Другое дело, что если вы скажете, что без разработчиков нельзя, я с вами, конечно, соглашусь. На первых двух этапах колоссальную роль играет качество персонала. Вот требования к персоналу на первых двух этапах высочайшие. Это должны быть профессионалы экстракласса. На последнем этапе, там должны быть профессионалы. Хотя бы, да? А здесь экстракласса, если что-то хотите создать действительно интересненькое. Теперь, какие у вас мысли возникают, если попытаться совместить две этих кривые? Мысль простая, что каждая идея, вот вы возитесь с идеей, вы ее пытаетесь до рынка довести. И если вы будете, скажем так, необъективно относиться к этой идее, жалеть ее, тратить время на нее, а идея негодная, вы будете терять время и деньги. То есть нужно вовремя останавливаться, нужно попытаться понять, что эта идея все-таки не хороша, а дальше она не пройдет. Потому что каждый следующий этап требует от вас больше денег. Теперь, знаете, есть такой национальный российский герой, да, известный вам, Кот Матроскин, да? Помните, как он говорил, как можно деньги заработать, да? Можно заработать только одним способом, что-то продать, да? Так вот, если вы хотите коммерциализовать что-то, да, если вы хотите инновациями заниматься, откуда у вас деньги возьмутся? Деньги берутся одним единственным способом. Деньги берутся на рынке. А что такое рынок? Рынок – это встреча продавца и покупателя. Значит, у покупателя есть деньги, а вы должны ему что-то дать. И вот то, что вы даете покупателю, это называется товар.
И в ходе вот этой инновационной деятельности, в ходе коммерциализации, вы должны создать товар. То есть создать нечто такое, что имеет ценность для каких-то категорий людей или предприятий. То есть создание товара – это один из элементов коммерциализации. Почему я об этом говорю? Потому что я вам сейчас покажу этапы создания товара, чтобы вы себе представляли, что это такое, что значит создать товар. А теперь помните схемку «Жизненный цикл инноваций», да? Там коммерциализация с чего начиналась? С момента, когда я товар создал. Так вот, ни о каких больших деньгах, ни о каких больших бизнесах вы даже мыслить не можете, пока не создадите товар. А вот теперь этапы создания товара. С чего все начинается? Начинается с предварительной оценки идеи. Здесь мы, в принципе, должны разобраться со следующими вещами. В принципе, это наше. Это наше, мы это можем сделать, да? Это надо делать. Вот что мы сами можем сделать, кто нам может понадобиться, да? Как собственность интеллектуальную защитить, каким способом, какие проблемы у нас могут встретиться. Вот такая черновая оценка. Иногда отказываются от идеи по одной простой причине. Это не наше, не мое, мы этим не занимаемся и, в принципе, не будем заниматься, да? Далее, предварительная оценка рынка. Ну, вообще достаточно громко сказано насчет предварительной оценки рынка. Иногда вот оценка на этом этапе может занимать часы какие-то, ну, от силы дни. То есть это быстрая такая интернет-проверка по внутренним источникам, там одного-двух специалистов дернул, что-то спросил. То есть тут, в принципе, понять, вообще есть рынок или нет. Значит, могут ли у нашего продукта будут перспективы или нет? Будет спрос на него, и большой, и маленький, хотя бы на пальцах. Качественная оценка. Дальше. Техническая оценка. Вот классическая ситуация. Возникает идея. Первый вид экспертизы. Бизнес-идея. Куда-то приходят. Люди хотят вот кому-то предложить эту идею. Первый тип экспертизы, который вот авторы идеи пытаются провести, это техническая оценка, техническая экспертиза. Обратите внимание, здесь техническая экспертиза стоит после рыночной. Смею вас уверить, что рыночная экспертиза отсеивает на порядок больше проектов. Вот в одном из проектов, в котором я участвовал, значит, заказчик нам дал 500 с лишним проектов и попросил нас для него отобрать более-менее приличные проекты, с которыми дальше можно работать. При этом он сказал так, что все проекты прошли техническую экспертизу. Эксперты Российской Академии Наук все проекты просмотрели. Я ему сказал, мы же тебя учили, какая экспертиза раньше должна быть. Сколько проектов отсеяно было технической экспертизой? Он сказал, 2 из 500 с лишним. После нашей рыночной экспертизы, как вы думаете, сколько проектов осталось? Ну так, ну натянули им проектов 30, можно было 10 оставить. То есть отсеивается рынком, рыночными критериями, по причине отсутствия спроса или маленького спроса, очень много. Кстати, помните, 540, 92, да? Вот оно очень похоже на все на это. Значит, далее, после технической экспертизы, если мы все-таки ее прошли, громкое название – детальное исследование рынка. Ничего общего с детальным пока не имеет. Это, скажем, образмеривание рынка. На втором этапе мы качественно оценили рынок. Есть, нет, достаточно большой сегмент, маленький. Здесь мы его образмерить должны, все-таки хоть немножко в деньгах его измерить, понять, во что обойдется вход на этот рынок и так далее. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы провести бизнес-анализ. Мы должны посчитать. Мы техническую экспертизу проводили, мы немножко оценили, во что нам обойдется создание
технологии создания вот станка, который нам деньги будет печатать. На детальном исследовании рынка мы оценили, сколько нам рынок принесет. И вот нужно посмотреть выгоду. Выгодно, невыгодно. Стоит ввязываться, не стоит ввязываться. Оценили. Оценили. Дальше, наконец-то, разработка продукта. Инженерная разработка продукта. Обратите внимание. Шестой этап, да? А вот если вы там по телевизору какие-то вещи слышите, где-то читаете, от знакомых слышите, в российских компаниях, это какой этап? Традиционно первый, иногда второй, но всегда последний, да? Вот он первый и последний, или второй и последний. А почему последний? А потому что вся вот эта предварительная работа, то, что называется внутренней работой, ее не проводилось. Вы делали лишнюю работу. Вы делаете лишнюю работу. Вы попали в иллюзорный мир. Вы, может быть, и сделаете этот продукт, но он никому не будет нужен. Ужасно, но это правда. Сделали товар. Что нужно сделать с ним? Испытания провести. Провести испытания на подтверждение всех функциональных свойств. Но не только. Провести испытания на соответствие всем стандартам и требованиям. Об этом часто забывают. Функциональные свойства проверяют, испытывают. А то, что этот товар должен как соответствовать требованиям, предъявляемым к этому классу товара, забывают. Ну, простой пример. Вы делаете какой-то новый электробытовой прибор, там какой-нибудь фен придумали, там суперфен, я не знаю, там с лазерными примочками, со света трехмерным потоком. Так вот, функциональные характеристики все проверили? Проверили. Все хорошо. Вы не сможете продавать этот товар до тех пор, пока не проведете испытания на соответствие этого прибора вашего, этого товара, стандартам Международной электротехнической комиссии, МЭКовские стандарты. У нас в России есть их аналоги, которые распространяются на электробытовые приборы. Это электробытовой прибор? Электробытовой. На них есть общие требования. Это фен? На фен есть специальные требования. Например, какого рода требования? Втыкаешь 220, от 220 питается. Значит, напряжение пробоя какое должно быть? 380. Все, испытывают, что только 380 он может пробить. Дальше что? Сопротивление изоляции у этого в любом месте 10 килоом. Вот в любом месте щупом ткнул 10 килоом. Об этом тоже часто забывают. Далее, это испытание... Эти испытания проводят специалисты, профессионалы в организации и в сертификационных центрах. Теперь следующий вид испытаний. Да, и эти испытания часто называют альфа-тестами. Первичные испытания. Следующий вид испытаний – это опробование продукта потребителям. На жаргоне называется бета-тестирование. Что это такое? Это передача продукта, иногда бесплатно, пользование ограниченной группе потребителей. Для чего? Чтобы эта группа потребителей пользовалась в реальных условиях. Они не профессионалы. Профессионал знает, что можно, что нельзя делать. Он знает, что прибор ронять на пол нельзя. Но тут уронили случайно. И что с ним будет? То есть и эти пользователи должны выдавать замечания и пожелания по поводу прибора. Ну, вы сталкивались у программистов, бета-версии программ, бета-версии игр, да, вы пользуетесь, они просят вас давать замечания по улучшению. Сейчас вроде перерыв должен быть, я уж, давайте закончу это минуты 4. А? Когда он кончит? Так, следующий этап. Бета-тестирование. Доработали по результатам бета-тестирования, довели до ума. Опять испытания. На этот раз самые страшные, рыночные.
То есть мы ограниченную партию продукта в реальных рыночных условиях пытаемся продавать. Ну или эмулируем эту рыночную продажу. Для чего? Кто оценку дает по результатам этих испытаний? Дают маркетологи и финансисты. Оценка простая, денежная. Сколько мы заработали на этом деле, стоит идти дальше или нет. Следующий этап. Опыт производства – это не создание опытного производства. Это анализ опыта производства. Для чего он нам нужен? Мы должны понять, как мы будем масштабировать наш бизнес. Пока мы умеем делать только небольшие партии, а нам нужно большой бизнес создать. А вот на масштабировании технологий масса бизнесов как раз и грохается. Тут масса особенностей. Ну, принимаем решение по масштабированию бизнеса. Вот следующий этап многим кажется непонятным, и многие удивлены. Вот наконец-то мы обладаем всей информацией, чтобы провести окончательный бизнес-анализ. То есть написать настоящий бизнес-план. Вот документ, который называется бизнес-план. Только сейчас мы можем написать этот бизнес-план. Только сейчас мы обладаем всей информацией, которая нужна ребятам из бизнеса. Мы знаем, какая технология, мы знаем, как продается, по какой цене, как продвигать. Мы все это знаем. И пишем бизнес-план. В этом бизнес-плане мы описываем, какие деньги можно заработать на вот этом товаре, уже существующем, и доказываем, что это можно сделать. Ну, после бизнес-плана очевидный этап создаем, вот имущественный комплекс. Это более-менее понятно. И, наконец, последний, 13-й этап – это фактически реализация комплекса маркетинга. Слышали про такой комплекс маркетинга 4P? Product, Price, Place, Promotion. Маркетологи говорят, что продается не сам по себе товар. Сам по себе товар не продается, а продается вот комплекс. Товар. Конкретный товар с конкретной ценой, в конкретном месте и с конкретным продвижением. И вот на этом этапе мы как раз формируем вот этот, реализуем вот этот комплекс маркетинга. Итак, вот видите, 13 этапов. Ну, не знаю, надо ли вам это говорить, сами догадались или сказать, что после каждого этапа у нас что? Точка принятия решения, иду я дальше или нет, в том числе и после 12-го. То есть я после 12-го этапа, потратив 111, да, ну еще не все, продвижение, бешеные деньги тоже стоит, потратив эти большие деньги, я говорю, стоп, дальше не идем, ничего не получится. И чтобы больше денег не потратить, я готов потерять эти, но больше я терять не буду. Ну вот, пока про этапы все. На перерыв заработали. Да. Давайте вопросы. Стоп. Это вот из тех, да? Вот, честно говорю, спасибо нужно сказать уже хотя бы за то, что они такую информацию раскрыли, да? 540 было, одна дошла. Уж какая... Другое дело, что про компанию 3М и про ее идеи, которые дошли до рынка, это можно рассказывать достаточно много. Одна классическая идея – это вот эти листочки пост-ит. Липучки эти, да? Да? Да. Это канонический кейс по инновациям. Масса версий, как все это было. Если хотите, могу сейчас напомнить. Значит, вот тоже интересная вещь. В одной лаборатории корпорации 3M, которая занималась разработкой клеев, вот разрабатывают клеи, рецептура какая-то, проводят испытания, и какая-то рецептура на отрыв очень плохо работает.
не укладывается в требования, ну, другую будем делать, крест поставили на этой рецептуре. А кто-то из исследователей говорит, слушай, это забавный клей какой получился, ты смотри, он не сохнет. Смотри, он до сих пор липучесть сохраняет, не застыл. Ну, говорит, ну и зачем это надо, куда? Ну, может, там на стол записку положить. Да, ерунда какая-то. Ерунда ерундой. Рецепт есть, клей есть. Народ внутри стал использовать эту вещь. Например, один из сотрудников этой лаборатории, у него хобби было, он в церковном хоре пел по выходным. Представляете, псалмы, да, книжка, да? Псалмы с закладками разлетаются, все. Так он всех своих товарищей по хору снабдил этими липучками, они пользовались этой штукой. На рынок выйти не могли. Руководству доложили, да вроде, говорит, спроса нет. Пощупали рынок, делайте и делайте. Дальше расходятся легенды. Я разные варианты легенды этих слушал. Один из вариантов легенды такой, что они сформировали то, что потом стало называться внутренним спросом. Сначала сформировали в компании внутренний спрос. Вот скажите, если перед вами стала задача в компании создать внутренний спрос, кому-то продавать вот эти вот липкие листочки, с кого бы вы начали? Кому пошли? Ну, традиционный ответ, говорит, к секретарям, к секретаршам. Эти ребята немножко по-другому поступили. Они взяли в зале заседания совета директоров, да, обычные стопки бумажек, не липкие, заменили этими. Ну, заменили, ну, и ничего. Мне, правда, интересно, каждый раз, я говорю, я хотел бы увидеть выражение лица члена совета директоров компании 3М, который приходит, отрывает, ну, что-то хочет, отрывает листочек, кладет, он у него прилип. И вот как относиться к этому? Вроде такого раньше не было, а никто не удивляется. То ли я давно не ходил на эти, всем известно. И все было хорошо, нормально до тех пор, пока они однажды не успели заменить. Не успели наработать партию, не заменили эту штуку. Совет директоров садится заседать, кто-то берет. Стоп, а где те липучки-то? Удобно ж было, а это почему такое? Говорит, это ребята там в лаборатории балуются для себя. Тут удобно, хорошая вещь. И вот дальше вроде как продолжение вот этой легенды или другая ветка легенды. Когда руководство компании решило попробовать этот товар продвигать, они пытались понять, спрос есть, нет, спроса не было, незнакомый товар. Устроили такую вещь. В деловом центре крупного города, вот прям по одной стороне улицы прошлись, и во все эти бизнес-центры бесплатно коробки с этими липучками. Через несколько недель вот такой лавинообразный спрос на этот товар, и миллиарды долларов они на этом деле заработали. Это вот одна из историй про корпорацию 3М. Корпорация 3М вообще очень интересная корпорация. У нее специфическое отношение к инновациям. Вот я, кстати, говорил, что из сравнения вот этих двух графиков, 540 к 1 и 1.10 100, да, мысль такая приходит, что вот нужно зарубить идею как можно раньше. Да? В корпорации 3М другой подход. У них презумпция невиновности идеи. Только если эксперты уверены, уверенно заявляет, что туда ей хода нет, тогда она рубится. Если, ну, в общем, пока не ясно, значит, пусть она в тлеющем режиме работает. Их несколько раз это приводило к успеху, и они ссылаются вот как раз на это, на липучку, на вот эту. Она как раз по этой модели. Если кого-то интересуют вот эти вот истории про компанию 3М, в интернете в свое время Дан Медовников, он был научным редактором в журнале «Эксперт», по инновациям статьи писал. Он организатор и вдохновитель конкурса русских инноваций, который проводился
под 2012 год, я там был членом экспертного совета все время, он написал интересную статью. И в интернете, не знаю, по-моему, сейчас ее можно найти. Статья называется так: «Тихо течет река по долине». Это про то, как он ездил в корпорацию 3М и вот беседовал там с сотрудниками. Интересная статья, почитайте. Спасибо, Сергей Яковлевич. Очень такой интересный ответ. И я надеюсь, что слушателя, к сожалению, нет среди нас, задавшего вопрос. Но вопрос очень интересный и не менее интересный ответ. И я хотел бы вот сейчас, воспользовавшись вот такой паузой, сказать: коллеги, давайте мы, у нас не так много времени, чтобы тратить время на перерыв. Если кому-то надо выйти, пожалуйста, выходите. Но давайте мы сейчас, наша задача сегодня провести некий такой установочный семинар. Это не показать, что каждый вот из вас, кто хочет двинуться по пути вот этому тернистому пути бизнеса, нужно вот идти вот таким вот образом. Надо понимать, что, почем и что делается, что как происходит, где, в какой цепочке окажется каждый из вас, кто займется вот этими вопросами. Ну, это уже вопрос второй. А сейчас давайте мы обратимся с вопросами. Есть ли вопросы сейчас к Сергею Яковлевичу, у кого-то из присутствующих здесь? Я вас попрошу микрофон говорить, потому что транслируется все, и не будет слышно иначе. Спасибо, Сергей Яковлевич. Спасибо за вашу интересную установочную лекцию. У меня вопрос. А что происходит с ученым? Вот эту Оксфордскую инвестиционную компанию приходит ученый, который говорит: я вам принес идею. Ему говорят: вы хотите идти с нами? Он говорит: нет, я же ученый. А если он говорит: да, я хочу. Если он говорит нет, ему говорят: ну, до свидания. И до свидания идеи. А если он говорит да, то вот мне интересно, что с ним происходит? Очень, очень хороший вопрос. Я хотел на эту тему поговорить в конце, да? Обязательно. То есть я хочу вас ориентировать еще на одну вещь такую. Я говорил уже, найдите свое место, да? Сначала в бизнесе тот кусок функциональный, на что вы будете работать. А второе, вы знаете, нужно четко понимать, что люди, которые от идеи до главы вот такого большого бизнеса, как я нарисовал, до главы, до руководителя, там, до представителя директоров дойдут, это единицы. Ну, это Билл Гейтс, это Джобс. Единицы таких людей. Это уникальные люди. Вы должны понимать, что вот на начальном этапе создания фирмы, когда фирма создается, когда у нас одна цель – сделать железо работающее, всем показать, оно работает, и искать людей из бизнеса, которые готовы деньги вложить. А вот дальше вы должны четко понимать, что когда бизнес начнет вкладывать деньги, уже большие, солидные, вот там вам, наверное, места не будет в этом бизнесе. И вы должны понимать, как вы оттуда уйдете. То есть, когда народ проектирует фирму, вот мы там вырастем, будем продавать еще больше, больше продавать, а я тут буду там начальником научного департамента. Бизнес-фирме наукой, как правило, не занимаются в большой. То есть вы должны либо вы в числе собственников остаетесь, как акционер, вы создали фирму, вы свою интеллектуальную собственность конвертировали в долю акций, да? Вы собственник. Вот это имеется в виду. Ты хочешь с нашей фирмой работать или нет? То есть в управлении ее участвовать будешь или нет? Это одна ситуация. Теперь, собственно, так оно и есть. На начальном этапе вот у того же оксфордского ученого, который хочет до бизнеса дойти, что у него есть? Почему этот вопрос важен, что у тебя есть? Потому что бизнес с нищими не работает. Он не подает. Он работает только с тем, у кого что-то есть. А что у тебя есть? С чем ты ко мне пришел? Я пришел с интеллектуальной собственностью. О, отлично. У тебя она твоя или она принадлежит той организации, в которой ты работаешь? Если той организации, я с ней буду говорить, а не с тобой. Понимаете? Значит, должна быть интеллектуальная собственность твоя, личная. С тобой будут говорить: ура, хорошо, дальше понятно. Вот сейчас на сей момент у тебя 100% собственности бизнеса, который мы проектируем. И показывает ему вот эту цепочку, которую я вам показал. И говорит: этот этап
сделать. Стоит столько-то, этот столько-то, этот столько-то. Ты как, будешь деньгами платить или делиться интеллектуальной собственностью? Вопрос, конечно, интеллектуальной собственностью будут делиться. А кто получает? Они получают консультанты, предприниматели, которые будут участвовать в создании бизнеса. Они получают долю в бизнесе. А ученого она уменьшает. В том же Оксфорде они говорят, что когда создается большой бизнес, ученого остается 2-3%. 2-3%. Но ученый нужен на начальном этапе, когда он создавал бизнес. А дальше он бизнес, когда он продукт создавал или технологию, а дальше он не нужен. И ему не интересно. И вот смотрите, одна фирма, где он 2-3%, другая, третья. Помните, как это самое? А 10 старушек, это уже, говорит, вот как где-то КВНщики говорили. Спасибо, Сергей Яковлевич. Спасибо. Вы удовлетворены ответом? Спасибо. Но я вот уже, я все-таки сам тоже из науки, я как-то вот понял, наслушавшись уже за эти годы таких людей, как Сергей Яковлевич, ну, что-то витиевато вы ответили. Что-что? Витиевато. Для меня сложновато ответ был. Но я хочу обратить внимание, что ответ сложный и вопрос очень сложный. И потому мы и собрались здесь, чтобы разобраться, а где же место, и с чем придет ученый, и с чем уйдет, и где эти 2%. Помните, как двое встретились, спрашивают, ты, значит, на что живешь? Да я бизнесом занимаюсь. Вот на 2% живу. Как на 2%? Ну, говорит, я за 3 рубля, за рубль покупаю, за 3 продаю. Вот на эти 2% я и живу. Когда тогда, если действительно витиевато, если даже для вас витиевато, я сейчас тогда попробую почетче сказать. Но оно жестче получится. Значит, смотрите, штука какая. Это я, в общем, общую теорию сказал, английскую, да? У нас, конечно, на эти 2% ты до них не доживешь. Почему? Потому что у нас, к сожалению, ситуация такая, что у нас спроса на инновации вот в нашей промышленности сейчас нет. Поэтому то, что создают наши люди, наши разработчики, это по конкурсу русских инноваций немножко знаю, по другим вещам, значит, люди некий удачный продукт создают. Некую технологию. И эта технология уходит на Запад. Вот они эту интеллектуальную собственность, свою компанию, грубо говоря, с потрохами их покупают. А что покупают? Покупают вот бизнес-процессы, которые они наработали. Иногда ключевых специалистов. Все. Человек получил деньги, этот ученый-разработчик, он ушел. Он уже дальше бизнесу не нужен. Вот у нас часто так получается. Нет, но это вопрос, часто так получается, но на самом деле вопрос таков, что вы правильно сказали, что роль ученого на первых этапах, она очень важна, без него невозможно. Дальше, возможно, роль ученого и падает, хотя он как консультант, он как эксперт, он участвует в процессе производства, но он не встает к станку, он остается в лаборатории своей. Он, вообще говоря, движется дальше, и может он забыл про эти исследования. Но он постоянно привлекается к компании, которая создается для того, чтобы быть определенным консультантом. Но когда возникает вот этот оборот, эти 2% выливаются в кругленькую сумму, вообще говоря. Самая принципиальная вещь – уметь вовремя выйти из бизнеса. Вот. Это то, что будет показано и рассказано, что есть вход, есть достижение и выход из бизнеса. Вовремя выйти из бизнеса. Потому что на каком-то этапе вот эту фирму, если венчуристы ее хотят раскручивать на публичном размещении акций, их задача раскрутить стоимость фирмы, да? И вот ученые, отцы-основатели компании, которые с этой компанией не связывают свою судьбу до конца. У них наука есть, им это интересно. Они деньги на этом заработали. На этом. В этот момент на раскрутке, на самой дорогой цене они продают акции. Дальше это все без них идет, а они занимаются другой инновацией. Но они заработали деньги. Ученый с фирмой, с бизнесом, который он создал, он до конца редко когда бывает. Потому что ученый остается ученым. А в бизнесе нужно работать, там нужны другие навыки и другой психофизиологический экипаж должен быть другой.
в высокотехнологичном бизнесе приходится работать двум сторонам. Это два... Это муж, муж и жена, которые... Нет, в B2B, да. Да, это обязательно. Еще есть вопросы? Нет пока вопросов. Тогда давайте мы все-таки вернемся сейчас к тому вопросу, что наш курс, он пилотный и он дистанционный. И вот я начал говорить об этом, что вот в этой классической смешанной форме, которая используется во всем мире, существует два семинара, как обязательно очных. Это установочный, когда рассказывается о предмете, о том, что это такое будет, где место наше, где слушатели, и как работать с системой. Вот сейчас хотелось бы потратить несколько минут, просто чтобы, знаете, сделать, сменить немножко обстановку и попросить вот куратора или менеджера данного курса, потому что курсов этих много, это мы отдельно можем как-нибудь поговорить, как работает сама по себе система дистанционного обучения. Это есть такая система именно. Это довольно-таки сложный, комплексный софт, которые используются для вот такого вот обучения. И вот попросим Владимира Никитина рассказать несколько слов. Буквально, Володя, постарайтесь уложиться за 10 минут о том, как основных принципах работы в системе. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели бизнес-тренинга и те, кто смотрит нас через интернет. Я куратор группы дистанционного обучения Никитин Владимир Николаевич. Я попробую за выделенное мне время рассказать вам основы работы в системе. Для того, чтобы начать работать в систему, нужно сначала перейти на точку входа. Точка входа у нас study.uniara.ru/snir. Потом вам, как слушателю, нужно, соответственно, войти в систему. Для этого вам нужно выбрать в верхнем меню пункт обучения, а в выпавшем меню вход для слушателя. После этого вы попадаете в окно авторизации слушателя. В окне авторизации слушателя вам нужно заполнить регистрационное имя, ну и, соответственно, пароль. Нажать кнопку «Войти», и вы попадете на автоматизированное рабочее место слушателя. Как, собственно, как зарегистрированный слушатель, уже можете начинать учиться. На пункте обучения основным экраном является расписание занятий. На расписании занятий есть календарный план. Собственно, с ним в основной системе вы и будете работать. Календарный план состоит из учебно-методических материалов. Учебно-методические материалы бывают самые разные. Это может быть памятка слушателя, то есть какой-то документ. Это может быть курс, это тесты, трансляция вот наша сегодняшняя. Для того, чтобы начать обучение по определенному учебно-методическому материалу, вы, соответственно, должны выбрать его в календарном плане. Начнем рассматривать учебно-методические материалы с курса. Например, с курса разработки бизнес-плана. Выбрав курс разработки бизнес-плана, вы попадаете в окно содержания. Содержание у нас двухуровневое, то есть занятия разбиваются на разделы. Чтобы приступить к обучению, нужно выбрать соответственный раздел. Рекомендуем начинать с первого раздела первого занятия. Начинать работу над каждым занятием вы можете... Просмотрите, сохраните у себя на компьютере конспект занятия, нажав на кнопку «Конспект занятия», она, собственно, выделена. Используя панель навигации внизу, вы можете определить, в каком экране занятия вы находитесь в настоящий момент. Активный экран и тема занятия подсвечены желтым цветом. С помощью кнопок со стрелками вправо и влево обеспечивается перемещение к следующему предыдущему экрану занятия, а с помощью индикатора экранов перемещение к любому экрану занятия. При работе с курсом активно используются дополнительные пояснения, наглядно поясняющие основные понятия, изучаемые, соответственно, в каждом занятии. Такие понятия сопровождаются кнопкой с изображением листов, скрепленных скрепкой. Для просмотра дополнительной информации щелкните, ну, например, по термину «анализ среды», и на экран будет выведена соответствующая подсказка. При работе с курсом также активно используются еще и видеофрагменты, наглядно поясняющие основные понятия. Для того, чтобы воспользоваться просмотром видеофрагмента, вы должны выбрать иконку видеофрагмента, которая, например, такой иконки представлена на экране. Для выхода из курса, соответственно, надо нажать кнопку «Выход». Дальше перейдем к тесту. Ну, к примеру, я рассмотрю итоговое тестирование.
Вот только выбираете в календарном плане итоговое тестирование, вы попадаете в тест. Для того, чтобы выполнить очередное задание теста, нужно внимательно прочесть задание и следовать указаниям, оставленным в этом задании. После того, как вы ответите, нужно нажать кнопку «Вперед». А когда вы ответите на все вопросы, нажать кнопку «Завершить». Вы попадете на экран, где выведены ваши результаты тестирования. Ну и что самое важное, о чем чаще всего спрашивают и интересуются, что нужно для того, чтобы получить по тренингу зачет, сертификат и так далее. Для этого нужно, во-первых, изучить учебное пособие разработки бизнес-плана, которое является самым учебным пособием этого тренинга. Во-вторых, выполнить тесты как входные, так и итоговые. И получить зачет, но зачет нужно обязательно получать именно по итоговым тестам, потому что входные – это в первую очередь оценка ваших знаний, с которыми вы пришли, а итоговые – это уже то, как вы усвоили материал. Ну и сделать презентацию бизнес-плана. Ну, презентация бизнес-плана – это, в общем-то, бизнес-модель некоторая. И сделать ее по своему проекту или по какому-то модельному проекту в одиночку можно сделать с группой, с какой-то. Например, если на тренинге есть кто-то из ваших знакомых. Все это выполняется в рамках отдельного пункта календарного плана. Ну, еще раз представлюсь. Я ваш куратор, Никитин Владимир Николаевич. Мой email nvn.pro.ru. Вы наверняка уже получали от меня сообщения. Желаю вам успехов в обучении. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Так, вопросы есть, ребята? Вот из интернета пришел вопрос от Ксении Кармановой. 3 минуты назад. Возможно ли получить презентации? Я адресую этот вопрос Владимиру Николаевичу и, соответственно, к Сергею Яковлевичу. Зачем Владимир Николаевич? Ну, презентацию, соответственно, работы с системой можно будет получить через некоторое время, она появится в календарном плане. Также примерно та же информация находится в памяти слушателя, только в более удобной и, на мой взгляд, красивой форме, чем презентация. Ну, вернее, сжатой. Презентация достаточно так, красивая. Простите, пожалуйста, конкретный вопрос был. Можно ли получить презентацию? Сергей Яковлевич, вашу презентацию мы сможем выслать слушателям? Или вы считаете, что это? Да. В общем, Сергей Яковлевич, в некотором виде вы предоставите Владимиру, а он перешлет. Да. Значит, можно. Просто можно. Да. Второе, мы этим делом озаботимся. Второе, наверное, что хотел бы сказать, вот это записи у нас будет стоять. То есть продолжение к ответу можно будет посмотреть еще раз в записи. Да, и мы, наверное, давайте... архив этого семинара выложим. Да, и каждому из вас будет, и те, кто смотрит нас через интернет, Анастасия, тогда вы разошлете, вы знаете, что где это можно посмотреть и услышать. Так, еще вопросы? Нет вопросов? Коллеги, есть еще вопросы? Вопросы зала. Есть? Сергей Александрович, а там был последний пункт, если не ошибаюсь, третий, там бизнес-план, бизнес-проект. А нам его нужно отправлять или защищать? Что нужно с ним делать? Сначала его нужно будет выбрать тему, потом, соответственно, его отправить, потом 10 лучших проектов будут защищать. Но я думаю, об этом вам подробнее расскажет Сергей Яковлевич. Спасибо. Так, ну, я еще хотел бы сам сказать бы несколько слов, обратиться к присутствующим. Вы знаете, сейчас вообще говоря, складывается достаточно интересная, уникальная ситуация, когда, с одной стороны, вот это, ну, уже Сергей Яковлевич сказал, это не учебный материал, это работа коллег. Это два коллеги с двух сторон, наука и представитель, ну, скажем, вот консультант, бизнес-консультант. Хотя из бэкграунда вы видите, что это такой же ученый, да еще с экономическим образованием, действующий консультант в бизнесе и так далее. Вот это такое вот взаимодействие. Но есть еще одна сторона очень интересная. Дело в том, что традиционно мы просили, я когда-нибудь расскажу об этом, мы еще встретимся с вами, будут у нас встречи, и будет время... А сейчас в двух словах так. Мы всегда просили вас для того, чтобы закончить курс успешно,
защитить, ну, бизнес-план невозможно. А вот бизнес-предложение, это мы хотели бы от вас увидеть. Бизнес-предложение тяжеловато сделать одному, в одиночку. Часто очень люди делают его группками, как-то формируются группы. И эти, Сергей Яковлевич об этом скажет еще. И вот от группы выдвигается предложение. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Что защита-то будет для вас очень необычная. Мы не будем приглашать сюда академии. Добро пожаловать, если захотят, все преподаватели, которые только есть. Но мы сюда пригласим настоящих инвесторов. Настоящих, так сказать, акул бизнеса. Это будут директора фондов инвестиционных. Это будет директор фонда «Лидер». Это будет директор венчурного фонда «Сбербанка». Это будут представители российской венчурной компании. И других, много других. И знаете, из опыта нашего прямо непосредственно говорилось так, что вот защищали люди вот это бизнес-предложение и фонд технологического развития директора, он говорит, все, я закончили, хватит излагать, достаточно материала, я забираю, все, ушли. Все, дальше конфиденциально, все, ушли. Пошел проект, очень мощный, хороший, и результаты хорошие, и вот он пошел. Поэтому это один вариант. Второй вариант, я представился, мое название... Вы, может быть, и не запомнили, оно длинное. Руководитель отдела по работе с молодежью. По работе с молодежью это много чего. Это не только вот такие вот встречи и семинары. Это в том числе и организация некоторых конструкторских бюро. Если вы увидите в результате того, что ваша идея может быть реализована, несмотря на этих всех банкиров и финансистов, приходите к нам, приходите ко мне. И, может быть, мы с вами реализуем ее как в качестве эту идею, в качестве практики нашей. Мы соберем некоторую группу, мы оснастим эту группу необходимым оборудованием, попытаемся найти под это дело какие-то средства и пройти ту цепочку, о которой говорил Сергей Яковлевич, но это будет как бы такая, вдруг это выйдет во что-то. Но, вообще говоря, это все реально, и у вас возможность такая есть. Если есть такие идеи, приходите, давайте вместе двигаться, давайте создавать вот эти компании, и мы посмотрим, как же мы живем, как мы взаимодействуем в этом, во всем этом процессе. Ну, это такое вот отвлечение было небольшое. У нас уже скоро подойдет наша встреча к концу, и сегодня, на самом деле, еще хотелось бы, мне бы хотелось попросить Сергея Яковлевича сказать несколько слов. Ну, буквально, Сергей Яковлевич, уже всего не скажешь за одну лекцию, хотя я знаю, что у вас материал подготовлен огромный. И я бы хотел вам вот представить человека, который с фотоаппаратом так скромно прогуливается по сцене. Это Николай Владимирович Никитин, директор компании «Униар». Это одна из лидирующих на нашем рынке компаний по разработке программного обеспечения в области систем управления знаниями, мультимедийных курсов и так далее. И когда вы будете изучать материал, вам скажет о нем Сергей Яковлевич, это как раз разработки, не разработки, а созданы они, разработка – это большой коллектив людей, а созданы компанией «Униар». Так вот, я хотел бы еще предоставить несколько слов вот реальному бизнесмену сегодняшнему, который, в общем-то, ученый, и он закончил МИФИ и до сих пор является доцентом МИФИ, преподает теорию вероятности в МИФИ. И вот видите, ученый, бизнес, вот как он до этого докатился, ну мы ему потом представим. Николай Владимирович, ну не сейчас. Мы, да, после Сергея Яковлевича мы вам дадим слово. Давайте так, чтобы нам уложиться, ну минут 25, чтобы... Да, будем махать. Так, вы знаете, вот сейчас действительно... Простите, пока вы не начали, не забудьте задание дать и рассказать. Ну, да, я консультацию. Я, кстати, сейчас как раз об этом и хотел сказать. Вот смотрите, Михаил Геннадьевич говорил про возможность получить опыт практической работы. Вот, честно говоря, я бы на вашем месте вот за это схватился. Обязательно. Потому что, смотрите, я вам говорил, при создании бизнеса главное действующее лицо – предприниматель. К сожалению, это очень редкие люди. Среди ученых их вообще единицы. Это уникальный человек среди ученых, который может быть предпринимателем.
Так что я бы вам советовал, знаете, ориентироваться вот на умение работать в команде. И все, что я вам рассказываю, я хочу вам показать, скажем, чем занимается команда, которая коммерциализирует знания. И вы должны в ней свое место увидеть. Вы человек, который создает нечто новое. Если вы разработчики, там, физики, химики, вы что-то новое создаете. Вы в предметной области специалисты. С вами обязательно будут работать маркетологи, управленцы. У них совершенно другие представления о прекрасном, да? Другой язык. И вот я хотел вам сказать такую вещь, что коммерциализация, инновация – это, в общем-то, такая там масса культурных проблем. В инновации сталкиваются различные культуры. Культура разработчика, культура инженера, культура бизнесмена, маркетолога, финансиста – это все разные культуры, это разные языки. Но если вы хотите заниматься инновациями, вы должны уметь общаться с этими людьми. Поэтому призываю вас вот к чему. Задание, которое вам дается, да, это разработать бизнес-предложение. Вот вы должны как-то... Вы посмотрите, списки-то известны слушателей. Известны списки слушателей, которые пришли сюда, первый шаг сделали, проявили желание. А я хочу... Меня что-то не устраивает, я хочу жить лучше, знать больше и с помощью знаний зарабатывать. Вот у вас есть уже это объединяющее начало. Дальше что вы должны сделать? Вы там в чатах пообщайтесь, у кого-то из предметников будет некая идея, возможно, по результатам там, исследовательских работ в лаборатории. Поищите партнеров среди ребят, которые учатся на экономическом факультете, в других там экономических, на других экономических специальностях. Поищите их, потому что бизнес-предложение, вот экономическую часть этого бизнес-предложения они гораздо лучше вас могут сделать. А сами они бизнес-предложение из пальца высосать, ну, тоже тяжеловато будет. То есть попытайтесь объединиться, найти себе вот партнера. И помните, что инновация – это командная работа. Там нужно уметь работать в команде, на общекомандные цели. Это отдельная песня. А теперь, вот что бы я хотел, о чем хотел сейчас рассказать. Значит, у вас будет курс дистанционный бизнес-планирования, разработка бизнес-плана, да? То есть там описывается, как этот бизнес-план разрабатывать, что там должно быть. Маленький нюанс. Это не в укор этому курсу, а просто время так быстро летит вперед, что вот по моим представлениям, да, по современным, у нас некоторое время назад произошло интересное событие. Значит, вот эти все бизнес-планы, различные структуры бизнес-планов, то, что в бизнес-планировании в классических университетах дают экономистам, в общем-то, это немножко устарело. Эти бизнес-планы подразумевают, скажем, бизнес примерно 70-х, 80-х, ну, начало 90-х годов. Вот такие типы бизнеса. Тогда не было интернет-бизнесов. Ну, вот смотрите, Skype. Skype – это бизнес или нет, а? А? Вы платите деньги, когда пользуетесь Skype? Нет. Однако бизнес как-то живет и процветает. Вот есть специальное название для бизнес-модели типа Skype. Она называется, эта бизнес-модель называется freemium. Free – свободный, да? Freemium, minimum – это вот минимум обрезано. То есть основная часть, какая-то небольшая часть – бесплатно, остальное за деньги. Ездите в метро, вам суют газету бесплатную, метро. Это вообще бизнес-модель типа free, свободная. Я получаю товар, я за него ничего не плачу. Как они, на какие деньги они печатают, делают? То есть появились другие типы бизнеса,
другие бизнес-модели, другие способы зарабатывания денег, которые вот классическим подходом, который изложен в бизнес-плане, да, в структурах бизнес-плана, трудно описать. Нет, остались и классические, но появились новые. И вот что я сейчас хочу сказать. Года 3-4, кажется, 4 года назад, два автора, Остервальдер и Пинье, написали книжку «Разработка бизнес-модели». 2 года назад Сколково перевели эту книгу. Вот я настоятельно вам рекомендую эту книжку почитать. Да там Остервальдер напишите, в интернете запрос, фамилия не Иванов, там сразу вываливается. Остервальдер и Пинье, «Разработка бизнес-модели». В общем, настоятельно рекомендую почитать. Очень хорошо он описывает, как разрабатывать бизнес-модели, техники разработки, техники презентации, некоторые экзотические, у нас не очень принятые. Идея вот в чем. С помощью этой книги вы сможете увидеть способы зарабатывания денег. Я как раз вот сейчас по мотивам этой книги вам кусочки расскажу, а книжку почитаете, у вас будет это еще лучше. Да? Значит, что еще там у них? Да. Но у книжки, на мой взгляд, на мой специфический взгляд, есть один недостаток. То есть эти авторы великолепно, говорю, рассказывают все про бизнес-модель, но бизнес-модель, с моей точки зрения, это скелет бизнеса, скелет организма. А бизнес – это организм. Организм – это не только скелет, в нем и другие органы есть. И вот дополнить бизнес-модель, скелет, до организма бизнеса, вот это вам поможет курс бизнес-планирования. То есть вы с бизнес-моделью входите в курс бизнес-планирования и смотрите, чем дополнить этот скелет, какие там кусочки будут вырастать. Ну ладно, это об этом мы будем позже говорить. У нас будут периодические консультации, типа вебинаров. Вы вопросы будете задавать, я вот буду отвечать вам в прямом эфире. Так что будут какие-то проблемы, мы с вами их решим. По поводу защиты и команды я вам сказал, найдите команду. Найдите команду, соберитесь в команду, попробуйте поработать вместе. Легче будет всем. Ну а теперь чуть-чуть познакомлю вас вот с этим, с подходом Остервальдера и Пинье по поводу бизнес-модели. Но сначала, опять, надо же показать роль ученых в процессе коммерциализации. Вот смотрите, сейчас показал этапы разработки нового товара, да? 13 этапов. Вот давайте оставим только инженерные и научные аспекты. 2 куска будет. Это кусок генерации инноваций. Он называется по-английски front-end innovation или fuzzy front innovation, нечеткое начало инновации. И этап разработки товара. NPD, New Product Development. Вот эти 2 куска имеют отношение к ученым и к инженерам. Абсолютно разные куски. Первый кусок – генерация инноваций. Абсолютно неструктурированная деятельность. Плохо поддается планированию, плохо предсказуемо. Но результатом этой деятельности должна стать концепция товара. Мы концепцию товара должны сформулировать. Этап разработки нового товара – это, вот, как говорят, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству. То есть там это жестко структурированный процесс. То есть там работают инженеры, управленцы, маркетологи, технологи. Технология этого процесса прописана изумительно. Так вот, переход от фазы фронт, от начала инноваций к разработке нового товара, он очень сложен, но он очень важен. Качество этой фазы определяет вот всю дальнейшую цепочку. Теперь давайте-ка сравним 2 этих этапа, чтобы вы представляли, какая абсолютно разная работа на этих этапах и разные к ней требования. Вот характер работы.
на этапе генерации инноваций. Это типа Эврики у Архимеда. Он в ванной купался, и мысль в голову пришла, и побежал скорее. Это вот экспериментальный. Озарения какие-то бывают, мысли приходят. Маленький нюанс. Очень часто говорят, что этот этап нельзя планировать. Это неверно. Нельзя планировать изобретение. Нельзя планировать решение задачи, что мы решим эту задачу. Но нужно планировать все шаги, которые мы должны сделать, чтобы эту задачу решить. Да, наука есть наука. Мы все сделали, но вот мир оказался хитрее, чем мы. Мы не смогли это решить. Но мы должны изначально запланировать все те шаги, которые мы должны сделать, чтобы решить. Это серьезный нюанс. В NPD, в разработке нового товара, там жесткая дисциплина. Каждый шаг прописан. Контрольные точки. Вот контроль... Идет пока. Да. FFI, да? Фази фронт инновейшн. FFI, да. Фази нечеткая, фронт инновейшн, начало инновации. Нечеткое зарождение инновации, размытое, размазанное. Фронт энд инновейшн тоже говорят. Это начало зарождения инновации. То есть это начальный процесс, на котором я должен, он кончается концепцией товара. Ну, если быть аккуратным, то и проверкой концепции сформулировали. А дальше, если концепцию проверили, она пойдет, то тогда переходим к разработке товара. Ну, сроки коммерциализации. Когда мы находимся на начальном этапе, концепцию придумываем, они расплывчатые, абсолютно нереалистичны. Представляете, бизнес-план на этом в этот момент писать. Все, что угодно. Все, что угодно можно писать. Поэтому бизнес-предложение будете писать, а не бизнес-план. Значит, NPD там уже ближе к реальности. По поводу финансирования. Вот интересный аспект. Разработка нового продукта – это бюджетное финансирование. Если вы на этот этап перешли, нашли спонсора, он финансирует, он выделил деньги в бюджет и идет строго по бюджету. На начальном этапе, я вам говорил, бесплатные деньги откуда-то берутся. И вот даже такой термин есть, так называемое нелегальное финансирование. Понимаете, ученые есть ученые во всем мире, это не только наши. Человек работает на какую-то тему, ему за это платят. Попутно у него есть свои мысли, которые он реализует в рамках этой темы, да? Одной, другой, третий. То есть, грубо говоря, часть своего рабочего времени он тратит не на ту тему, за которую ему дядя платит, а на удовлетворение собственного любопытства. Потом, когда это вот так вот уже окукливается, он идет, просит деньги на эту окуклившуюся тему. Но зарождение темы часто нелегальное за счет денег от других проектов. Это вот, это реалии такие. Теперь, ну, по поводу дохода понятно, что на этом этапе фантазировать можно все, что угодно. Этап разработки нового товара – это уже более четко и предсказуемо. Теперь, по поводу деятельности. Вот на этапе генерации инновации гусар-одиночка с мотором – это еще нормально. То есть изобретатель может и в одиночку кое-что сделать. В современном мире разработку нового продукта, разработать новый продукт гусару-одиночке – изобретателю не получится. Тут команда работает, причем многофункциональная команда. И, наконец, измерение прогресса. Мы же должны понимать, как мы топчемся на месте или идем к какой-то цели. На этапе разработки нового продукта там очень четко все. По контрольным точкам, которые мы план прописали, контрольную точку одну, вторую, третью взяли, приближаемся к цели проекта. А на этапе генерации инноваций, к сожалению, там контрольные точки не пропишешь. Поэтому прогресс проекта контролируют по связи с концепцией. Вот я, когда работу какую-то
исследовательскую делаю, да, я же хочу подтвердить какую-то концепцию, которую я изложил, и делаю работы. И вот насколько эти мои результаты моих работ приближают меня к той концепции. Или концепция была неверна. Вот это точки контроля. Теперь, сейчас быстренько, галопом по Европам, я вот кое-что из Остервальдера про бизнес-модели. Хотя бы состав бизнес-модели, из чего она состоит, какие элементики. Что такое бизнес-модель? Вот бизнес-модель служит для описания основных принципов создания, развития и успешной работы организации. Слово «бизнес-модель» слышали многократно. Но вот до Остервальдера, ну, опиши бизнес-модель. На презентации презентуют бизнес-предложение, и уставшие слушатели говорят: слушай, ну что ты, ну бизнес-модель, скажи, ну, коротенько, бизнес-модель. И ступор. Как хотят, так и объясняют. Вот заслуга Остервальдера в том, что он описал структуру бизнес-модели. Еще она состоит. 9 элементов, 9 блоков. Ценностное предложение, то, что мы предлагаем потребителю. Ну, ладно, вот они стоят, я сейчас пойду по ним, по всем пробегусь. Итак, первое, ценностное предложение. Ну, по-нашему, что это такое? Товар. Товар или услуга. Что я предлагаю рынку? Это все то, что может удовлетворить нужду или потребность потребителя. Ну, традиционно говорят, товар-услуга, разница между товаром и услугой. В чем? Да можете считать, что никакой. Особенности есть, естественно. Услуга вроде бы нематериальна, услугу хранить нельзя. Но современные услуги очень часто идут в паре с чем-то материальным. Ну, например, услуга банкомата, да? Это услуга, да? Я там деньги куда-то перевел, оплатить что-то. А у меня же материальная составляющая есть, карточка какая-то, да? Это материальная составляющая услуги. Теперь товар хоть один без услуги есть? Да нету ни одного товара без услуги. Потому как там гарантия. Гарантия. Иногда доставка, иногда настройка. То есть в английском языке слово product, да? Его часто как продукт переводят. На самом деле это товар. Родовое понятие товар. У них в родовое понятие входит и продукт, и услуга. Так что на этом не зацикливаемся. Теперь критические вопросы, которые, когда мы описываем этот блок, на какие вопросы мы должны дать ответ? Какие потребности мы удовлетворяем, какие проблемы помогаем решить, какие ценности мы предлагаем и какой набор товаров и услуг конкретному потребительскому сегменту. Потому что для каждого сегмента нужны разные товары для удовлетворения одной и той же потребности. Расходятся у них немножко и потребности, и, скажем, реакция на этот самый, на маркетинговые коммуникации. Вот потребительские сегменты, да? Это группы потребителей. Сегмент – часть рынка, обратите внимание, с четко определенной группой покупателей, которым характерны похожие нужды и похожая реакция на маркетинговые мероприятия. Не только нужда у нас одинаковая, да, но и реакция на маркетинговые мероприятия. То есть, грубо говоря, ну вот одежда там, джинсы какие-нибудь. Ну, скажем так, что мне, что там тинейджерам эти штаны нужны, да? Но если мне будут предлагать купить штаны в манере типа, эй, пацан, заходи тут, прикид красивый, да? На витрине магазина будет висеть, я, наверное, не зайду, потому что реакция на это, низкоразная реакция у него и у меня. Для него это прикольно, а мне непонятно, да? Кстати, опять-таки, некоторые вещи, вот что называется, разные сегменты по потребностям. Вот кто-то, вот взрослому человеку впарить штаны с дырками, да, джинсы с дырками, наверное, тяжеловато. А смотришь, как молодежь ходит в рваных джинсах, да,
Причем платят деньги за то, что они рваные. Вот интересная вещь. Это опять, это все маркетинг. Это маркетинг, это разные товары. Технология производства одна и та же. Товары разные. Продвижение разное, маркетинг разный. Бизнес-сегменты разные. Бизнес-модели разные. Вот это важно помнить. Теперь, значит, что такое целевой сегмент? Это те сегменты, которые мы из многообразия сегментов на рынке отобрали для целевого использования. Нельзя, ну, особенно когда вы ходите на рынок с новым товаром, ну, редко когда бывает так, что вы можете весь рынок схватить. Сначала надо выходить на отдельные целевые сегменты. Ну, по поводу того, какие стратегии бывают, ладно, маркетинговые, это сейчас нам не суть важная. Вопросы, на которые мы должны в этом разделе дать ответ. Прежде всего, для кого? Для самих себя. Вы поймите, бизнес-модель в первую очередь пишется для самого себя. Вы должны понять, а можно ли заработать таким способом, как я придумал? Потому что дальше у вас будет в бизнес-предложении, у вас будет сложнейшая задача. Убедить посторонних людей в том, что так, как я предлагаю, действительно можно заработать деньги. Если у вас у самого есть какие-то сомнения в том, что здесь что-то не так, не ладно, смею вас уверить, что люди, которым вы будете предлагать эту идею, они ровно на этом месте вас и зарубят. Вы не понимаете, как вы вот это сделаете. Ну, а я не знаю, как ты собираешься это сделать. То есть вы для себя бизнес-модель должны сделать. Вопросы по этому разделу. Для кого мы создаем это предложение? Конкретно для какого сегмента? Не вообще для всех, а вот для кого конкретно? И какие клиенты для нас важнее всего? С каких мы будем начинать продвижение на рынок? Дальше. Взаимоотношения с... каналы сбыта. Виноват. Каналы сбыта. Покупатель не приходит к фабрике, к заводу, к воротам, чтобы купить товар. Он приходит в магазин. То есть появляется некий посредник, система сбыта, которая физически доводит товар до потребителя. И физически, и, скажем, репутационно. Вот какие есть, какие каналы распределения? Вот... крайний, нулевой уровень, производитель напрямую потребителю продает. Где так бывает? Это бывает в бизнесах типа B2B, бизнес для бизнеса. Вы что-то высокотехнологичное делаете для промышленности. Вот это без посредников часто бывает. Вы напрямую передаете. Дальше как? Розничный торговец, это магазины. Есть, допустим, фирменный магазин, я сделал и через него продаю. Оптовый, розничный, два оптовика, крупный опт, мелкий опт. Это вот для конечных потребителей все. Понимаете одну вещь, что каждый из этих посредников будет брать себе деньги. И если потребитель 100 рублей дает вам за товар, по прямому каналу вы 100 рублей получаете, а по этим, дай бог, до вас 20 дойдет. Так, ну ладно, у нас времени мало остается, да? Значит, я настоятельно вам рекомендую поискать эту книжку Остервальдера. Теперь, у Остервальдера в интернете, в русскоязычном, можно найти несколько статей. Он в Сколково приезжал, и там презентации делал. И эти презентации, статьи лежат в интернете. Тоже интересненькие вещи, ровно на те же самые темы. Значит, тогда, заканчивая, да. Что еще раз установочка и дальнейшие наши действия. Значит, вы должны будете написать бизнес-предложение. В ходе написания этого бизнес-предложения, несмотря на то, что у вас там зачетная неделя, сессия, каникулы, в общем, отягчающие обстоятельства суровые, как в реальной жизни, да,
Тем не менее, вы должны это сделать. И чтобы вам было легче, мы будем проводить консультации. Наверное, каждые две недели, скажем, будет некий вебинарчик, вы будете присылать вопросы, какого типа вот, должна быть первая волна вопросов. Первая волна вопросов должна быть, наверное, по поводу советов, по поводу темы. Советов типа, а вот скажите, какую тему мне взять, не надо присылать. Вот у меня есть такая-то идея, вот можно конкретно описать, можно ли по ней написать бизнес-предложение. Вот это другой вариант. Услышали? Вот такие вопросы давайте присылайте. Присылайте вопросы по неясным местам. Может быть, по курсам, которые вы будете изучать, будут вопросы неясные. Задавайте. Будем отвечать по вебинару. Спасибо, Сергей Теперь, Юрьевич. Михаил Ильич, да. Если я правильно понимаю, мы же планировали еще, скажем, для особо активных очную встречу, да? Вот такого типа. Да, и не только мы будем приглашать, информировать постоянно об этих встречах. Для особо активных. Да. То есть для особо активных, да. Это уже ближе к завершению, когда у вас будет что показать, будет какие вопросы реальные задавать. Вот тоже такую очную встречу устроим. И поговорим, пообсуждаем. В общем, мы сделаем все, что нужно будет, и поэтому мы и назвали пилотно такой проект. Мы посмотрим, как это будет работать лучше, что мы расскажем вам о том, что было, как было. Теперь консультация, о которой говорилось, они будут выглядеть так. Когда вы войдете в систему, вы там уже заходили, регистрировались, видели, там будет появляться в условленное время окошечко, где вы будете видеть и слышать Сергея Яковлевича и его презентацию во втором окошечке, то, что он вам захочет рассказать. Будет видна Сергею Яковлевичу колоночка, в которой будут зарегистрированы все слушатели, которые сегодня пришли на консультацию. Могут задавать вопросы также чатом, могут получать ответы, могут получать задания от Сергея Яковлевича и так далее. Мы это сделали, постарались сделать так, чтобы не очень обременять, привязывать к месту преподавателя. Поэтому такой свободный у нас динамический IP-адрес работает, преподаватель может даже быть в Фургаде отдыхать или где-нибудь еще, но он, тем не менее, может с успехом провести видеоконсультацию, ответить на вопросы, порекомендовать, показать вам и так далее. Я вот только просьба, потому что имею опыт таких общений по вебинарам, по этим, просьба такая, когда вопрос задаете, вот вы его напишите, а потом покажите кому-нибудь из приятелей. И попросите, тебе все понятно, что мне надо или нет. Это Сергей Яковлевич утрирует, но на самом деле в этом есть серьезное. Иногда такое пишете. Правда, нет, это, да. То есть вопрос как-то формулируйте так, чтобы... Ну, Сергей Яковлевич, ребята моложе нас, это поколение, с которым мы работали, оно задает вопросы такие. Мы быстро печатаем, но мы долго буквы ищем. Вот. Зато у них такой язык, который иногда не понимаешь. Это другой вопрос. Да. Русским его иногда назвать тяжело. Так, ну, спасибо вам большое. Есть много что сказать, и я бы хотел напоследок, буквально несколько минут, просто сказать человеку, пусть он расскажет, как он докатился до такой жизни. Он такой же ученый, как и мы с вами. Он занимался наукой всю жизнь. Лучший бравщик интегралов по траектории. Разрабатывал какие-то дикие системы, а теперь вдруг еще успешнейший бизнесмен, который разрывает в Российской Федерации, причем принципиально работает только в Российской Федерации, процветает здесь, как говорится, чтобы все было хорошо. Николай Владимирович, пожалуйста, несколько, время позднее, но тем не менее, ребятам несколько слов расскажите. Так, ну если вот отвечать на те вопросы, которые мне были заданы, то времени не хватит. Поэтому я вот, если вы позволите, опущусь прямо на практические рельсы. Как работать с инвестиционными фондами? Во-первых, есть несколько жизненных принципов, которые вот хотелось бы передать. Один из основных жизненных принципов – вы должны не только знать, что вы хотите сделать, но вы должны знать, что же хочет от вас противоположная сторона. Значит,
И если вы хотите работать с инвестиционными фондами, вы должны понимать, чего хочет от вас инвестиционный фонд. Так вот, инвестиционный фонд хочет от вас идею, хочет от вас проработанную идею, хочет от вас что-то, на чем он сможет заработать деньги. Часть денег отдается вам, часть денег возвращается в фонд. При этом, значит, фонд должен покрыть все свои собственные затраты и получить прибыль. И вы тоже должны получить прибыль и покрыть там свои затраты и так далее. С чего начинается общение с любым инвестиционным фондом? Общение с любым инвестиционным фондом начинается, может быть, я терминологически неправильно скажу, но они такой термин используют, с бизнес-предложения. Что такое бизнес-предложение? Бизнес-предложение – это одна-две страницы текста, в котором написано, во-первых, текущее состояние, вот чего есть, состояние, которого вы хотите достигнуть. И в середине излагается идея, как вы от этого состояния переходите в это состояние. При этом это основная часть этого предложения. Но в бизнес-предложении очень хочется видеть инвесторам ответы на следующие вопросы. Первый вопрос. Каков объем рынка? Может быть, вы его оцените не точно, но все равно вы его должны оценить. То есть, если объема рынка нет, то какая блестящая идея ни была, она вряд ли найдет отклик, товарищи. Второе, значит, чего хотелось бы увидеть товарищам-инвесторам, это срок окупаемости. То есть через сколько время, через какое время, значит, вложенные инвестиции окупятся. Причем во многих случаях, если срок окупаемости больше 2-3 лет, это становится неинтересным, потому что у многих фондов есть ограниченный срок действия. Ну, например, у фонда «Лидер», значит, срок действия 7 лет. Поэтому если, значит, окупаемость идеи больше там, чем 3-4 года, им просто неинтересно дело рассматривать. То есть срок окупаемости тоже должен быть отражен. И должно быть проработано, каким образом эта идея будет продвигаться. Вот в двух страницах, вот если на эти вопросы вы ответите и объективно ответите, так что вы самим будет понятно, и вы сможете убедить, значит, инвесторов, это вы сделаете первый очень важный шаг. Причем бизнес-предложение надо готовить в любом случае, вне зависимости от того канала, который вы используете для выхода на инвестиционный фонд. Таких основных каналов три. Первый абсолютно понятный, то есть вы написали блестящее бизнес-предложение, показали своим друзьям, как Сергей Яковлевич говорит, каждый друг говорит, ну вот я бы вот под это дело деньги дал. Вот. Если вот хоть один такое сказал, что уже хорошо. И дальше вы начинаете рассылать это в инвестиционные фонды. Это первый канал. Кто может назвать два других канала? Хотя бы еще один канал. Еще раз. Интернет-площадки. Ну, да. Вот. Ну, давайте я тогда, какие я знаю каналы. Да, значит, второй канал, это, значит, инвестиционный консультант. То есть можно, и такие есть, инвестиционные консультанты. Инвестиционные консультанты во многих случаях работают даже за бесплатно. В том смысле, что они хотят долю от того, что получите вы. То есть если вы инвестиционный проект на 50 миллионов, он говорит, о, говорит, окей, меня 2,5% устраивает, или там 5% устраивает, или 10% устраивает. От того, что значит это. И дальше он начинает с вами работать, инвестиционный консультант. Вот инвестиционный консультант, он профессионал. Он знает все инвестиционные фонды, он знает, как там все устроено, какому фонду чего нужно, куда надо предлагать, как писать правильно бизнес-предложение. И это может быть очень правильный ход. То есть не самому ломиться, значит, через спам, через рассылку, а найти инвестиционного консультанта. Инвестиционного консультанта можно найти через интернет. У меня есть знакомые инвестиционные консультанты. Если кто-нибудь захочет, я, пожалуйста, готов поделиться.
И третий путь, от этого никто, значит, это как его, и он достаточно надежный, это прямые личные контакты. То есть, если у вас есть, значит, знакомый директор инвестиционного фонда, то самое оно вам с этим предложением к этому директору инвестиционного фонда и обращаться. Значит, но все равно начинается именно с бизнес-предложений. Просто в первом случае вы бизнес-предложение пишете сами, а во втором и третьем случае вам помогают его написать, его читают, даже вот директор, он все равно будет читать, говорит, вот подправь здесь, сделай то, сделай это, потому что решение все равно принимается коллегиально. И вот первый этап – бизнес-предложение. Если оно принято, бизнес-предложение, начинается второй этап. Второй этап – это называется бизнес-модель. Вот как раз я нахожусь на фоне этой картинки. Значит, здесь все абсолютно правильно, и действительно вот так вот и надо делать, как здесь написано. Но для себя надо понимать следующее, что бизнес-модель, она кроме точки, где вы находитесь, и точки, куда вы хотите попасть, должна содержать траекторию, как вот изначальной точки, вы будете попадать в конечную точку. То есть здесь должно быть прописаны этапы, чего в конце каждого этапа будет происходить. Здесь должно быть прописано не только, как вы тратите деньги, но как деньги начнут возвращаться. Здесь должны быть прописаны, как вы будете, значит, строить либо, значит, структуру сбыта, либо использовать какую-то структуру сбыта. То есть, каким образом, значит, будут поступать деньги по этапам, и как вот по этапам эти деньги будут зарабатываться. В какой момент вы там выйдете на полную окупаемость там, и так далее. Хочу отметить следующее. Когда пишут бизнес-предложение, то очень боятся, что вот я сейчас изложу свою замечательную бизнес-идею. Ну, пожалуйста, я сейчас могу вам сказать бизнес-идею, вот, за которую можно бояться. Ну, например, вот бизнес-идея такая, что вот в пулях используется свинец, а можно вместо свинца использовать, значит, обедненный уран, который лежит в отвалах разделительных заводов. Удельный вес у урана, значит, почти в два раза больше, чем у свинца, и для дроби, для пуль, для всего остального эта штука просто незаменимая. Особенно для спецоружия, для подводных пловцов, где вот сопротивление среды и удельный вес самой, значит, вот этой вот, ну там стрелами стреляют, а не пулями, значит, он очень важен. Вот, пожалуйста, вот бизнес-идея. Но тут надо понимать следующее, что на самом деле инвестиционные фонды, они не бегают с идеями. У них другая функция. Значит, можно придумать блестящую идею. Но вот инвестиционным фондам очень хорошо было бы совсем по-другому. Очень хотелось бы, чтобы эта идея уже была защищена. Чтобы у вас уже было авторское свидетельство на эту идею. Еще лучше патент на территории Российской Федерации. Еще лучше патент на защиту этой идеи на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, значит, инвестиционным фондам очень нравится, когда у вас уже есть работающее предприятие, есть у вас заводик какой-то там по производству чего-то, и вот если вот мы в этот завод чего-то добавим, то тут вот мы начнем производить такую продукцию, которой никого нет. То есть здесь любят, чтобы, значит, уже вот что-то делалось, и не хватало, и ясно, что вот этого не хватает. И вот тогда вот вам дадут деньги. Теперь надо понимать еще одну вещь, что инвестиционные фонды имеют обычно нижний предел и верхний предел инвестиций. Ну, например, в фонде «Лидер» нижний предел инвестиций 30 миллионов рублей, верхний предел 300 миллионов рублей. Верхний предел связан с тем, что риски большие, а нижний предел – если делать маленькие инвестиции, то вы много не заработаете. И хочу два слова сказать, значит, коллеге. То есть, на самом деле, вы должны подготовить, как мы правильно вот говорили, бизнес-предложение. Значит, если будет команда, то очень хорошо бы, чтобы команда разработала бизнес-модель. И кроме того, вы должны
подготовить презентацию, на которой вы будете защищать либо бизнес-предложение, либо бизнес-модель. И мы сейчас договорились, что 10-12 лучших работ, значит, они будут защищаться перед присутствующими здесь, как говорил Михаил Геннадьевич, реальными инвесторами, значит, которые действительно тоже заинтересованы в получении интересных предложений. Все, на этом, если позволите, я закончу, хотя вот про свою жизнь рассказать не удалось. Спасибо. Николай Ильич, не уходите, сейчас вопросы. Сергей Яковлевич, пожалуйста, тоже подойдите, потому что вопросы сейчас последние. Ну, я бы хотел сказать, пока Сергей Яковлевич идет. Ну, Николай Владимирович, он математик, как вот вы слышали, он как математик обобщил тот путь, как он добрался до вот этой цели. То есть он сначала создал бизнес-модель, затем бизнес-предложение, затем бизнес-модель, затем он рассчитал траекторию, по которой он придет к этой, затем он нашел консультантов, затем инвесторов, затем построил свою систему и затем начал развиваться. И следит за многими другими процессами, о которых Сергей Яковлевич расскажет. Владимир, у меня к вам просьба. Из интернета был вопрос, пожалуйста, вот его озвучите для начала. Это вопрос, я сейчас просто... Меня совесть мучает, да? То, что вроде время не хватило, я вам про бизнес-модель вроде бы не закончил. На самом деле, видели 9 составляющих бизнес-модели, да? Картиночку это показывал я вам, да? А теперь, как говорится, найдите 10 отличий, да? Вот на этой картинке, которую я вам дал, все элементы бизнес-модели ровненько и есть. Увидели? Даже один лишний – деньги. Там про деньги не говорилось. Да? А деньги – это как раз то, о чем говорил Николай Владимирович. То есть, как сделать, какие шаги, откуда ресурс взять – тоже серьезный вопрос. Ну ладно, это так что... Собственно, вопрос из интернета. Можно ли получить точную ссылку на аннотированную книгу «Разработка бизнес-модели», это про которую вы рассказывали в конце второй части? В смысле? Мы только что говорили с коллегой по поводу нашего отношения к интеллектуальной собственности. Да? Ну, чего вы меня ждете? Чтобы я сказал, где ее скачать можно, да? Нет. Ну, ответ все-таки такой. Пока вы сказали, я просто набрал в интернете нашел на нее ссылки. Открытым текстом говорю, ссылки можно найти, англоязычную можно найти легко, русскоязычная. Кстати, имейте в виду, что перевод там не очень хороший, не совсем корректный термин иногда применим, но все равно неплохо. Но эту книжку вообще хотелось бы в руках держать. Она великолепно издана. Я просто в руках держу. Спасибо. Вопросы есть, ребята? Нету. Ну что, тогда позвольте на этом, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы пришли в пятницу в такой прекрасный дождливый вечер, провели его с нами. Надеюсь, что мы донесли все-таки и суть того, что мы будем изучать, и как мы будем это делать, и какие опции предлагаются. И еще раз хочу вас пригласить со своими идеями, желаниями прийти к нам в центр. И координаты все есть. И давайте попробуем еще и на практике все это сделать, воплотить в жизнь то, что есть. Ну, а так разрешите пожелать успехов. И еще раз спасибо. И спасибо нашим уважаемым товарищам. Спасибо.